Здравствуйте, меня зовут Ольга Шмурина, я редактор выпуска новостей. В эту минуту он готовится к эфиру, и вот что сегодня вы увидите. Большая вода отступает неохотно, в зоне подтопления до сих пор 250 домов и около 1000 кировчан. История жестокого убийства собаки в Субботихе получила продолжение. Неравнодушные сегодня начали подписываться под петицией с требованием наказать убийцу животного. Скорость, с которой прибавляются голоса, действительно удивляет. 5 мая в Кирове официально заканчивается отопительный сезон, когда начнутся проверки сетей и опрессовки. Истории героев. В преддверии 9 мая на Первом городском серия материалов о ветеранах Великой Отечественной. Сегодня о своей победе расскажет военная медсестра Анна Борисова. Эти и другие события дня более подробно обсудим сегодня вечером в информационном канале «Город». До встречи!